После 4-летнего простоя в Шымкенте заработала детская железная дорога имени Гани Муратбаева. Ее уже испытали первые маленькие пассажиры. За полчаса поезд преодолевает путь 8 километров. Это путешествие он совершает трижды в день, 4 раза в неделю. Такой подарок шымкентской детворе преподнесли местные меценаты, которые собрали на реконструкцию около 5 миллионов тенге. Детский состав на рельсы поставили всего за 26 дней, но еще предстоит полностью реконструировать пути, приобрести новые вагоны и оформить маршрут. Делится планами директор ТО Тургуны Шымкента Мухтар Мухамбеджан. Напомню, что детская железная дорога в регионе появилась в 1979 году. Планы у нас большие. Городской акимат сейчас планирует выделить на цели развития детской железной дороги 50 миллионов тенге. На эти деньги мы построим и депо, купим недостающие 2 вагона и до конца реконструируем дорогу. Планируем не только летом, не только по субботам, воскресеньям, а весь круглый год, во все 12 месяцев года обслуживать детей.